Хорошо, что было бы нас побольше, как бы было здорово. Вот. У меня все время сбивается ритм. Я готовлю вебинар, готовлю все это. Каждое слово даже умудряюсь как-то отточить, дать все сказать. Бах, последнюю минуту. Началось. Смотрите. Ой, смотрите, смотрите, что из этого бывает. Это уже, значит, пришло сообщение от Антона, что вы меня слышите. Прекрасно. Здравствуйте. Больная тема про гибель штангов. И дальше штамбов. И дальше вот это интереснейшее для меня с кучей вопросов. Течет. Ой, а что я смеюсь? Грех смеяться над тем, что все рушится, что все гибнет. Вот. Дорогой Андрей Юрьевич, только минуту назад включил. Давайте подождем еще неделю, за эту неделю. Если уж совсем будет большой материал, сниму отдельно. Но дело в том, что мне, друзья, мы с вами сообщники, я уже с вами делюсь как могу. Посмотрите, вот эти фильмы, да, им цены нет. Сейчас я вот это нажал. Это мой канал. Вот. Я бы здесь снимал, 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 снимал. Ну ладно, за час 55 просмотров. За день 400 просмотров. Так, смотрим дальше. За день 100 просмотров, 180, 530. Это такая малость. Как научить страну? Ну, отвечая на это письмо, допустим, да, вот, этого данного товарища. Конечно, я постараюсь. Еще несколько сотен увидят. Друзья мои, помогайте, прошу вас. Вы получаете, когда ссылку. Ну так трудно, еще 5 адресов своим близким друзьям отправить эту ссылку. Она же могла бы вот таким путем обойти весь мир. А он все равно останется. Вот все 96 за день. За 3 дня будет 250, за неделю будет 300, и на этом все. Потом уйдет, и же у меня каждый день по 5, по 10 мы с братом железом делаем. Вот это я хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Вот. Теперь, мессенджер. Стою ли я, давайте подумаем. Вот того самого. Стою ли я? Вот. За моими словами стоит что? Успехи моих учеников. Только сейчас увидел. И опять я хочу все это прочитать внимательным образом. Вот, я хочу расшифровать. Это мое или не мое, а? Дмитрий, смотри в глаза. Вот так вот. И к чему я все это говорю? Я имею право учить других. Но вы мне не даете, друзья, возможности разослать по всей стране. Даже на Украину, Белоруссию, Казахстан. Везде наши люди. Вот крик души. Вот только сейчас, за несколько минут, вот эти два сообщения пришло. Вот. Штамбы гибнут, сады гибнут. Вот. Как их... кое-что я приготовил заранее. Почему? Потому что похожие вопросы уже были. Ну что, поехали?